Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 1 ноября 2017 года. Построили мы навес. Навес для автомобильной парковки в частном доме. Навес имеет размеры, ширина 5,5 метров, длина 10,5 метров по длинной стороне. Почему говорю по длинной стороне? Потому что есть еще и короткая сторона, она на метр короче, потому что навес имеет неправильную форму. Он стоит в углу участка, у участка угол забора не 90 градусов, более острый, поэтому пришлось навес делать немножко неправильную форму. То есть он параллельно одной стороне и параллельно другой стороне забора. Столбы у нас сделаны из трубы 80 на 80. Заанкеренные бетонным тумбочком. Фермы сделаны из трубы 20 на 40. Три фермы несущие. Установлены две ветровые фермы. Прогоны 2 метра. Конструкция получилась с виду очень легкая, но в то же время очень прочная, надежная. Такой вид с другой стороны у нас, со стороны ворот. Немножко наискосок сделан навес. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.